Здравствуйте, друзья! Сегодня бы хотел вам оставить ссылочку на сайт, в котором показывается национальный долг США. Вот, как видите, в левом верхнем углу это 19 с лишним триллиардов долларов, ну почти 20 триллионов долларов. Ну или я не знаю, честно скажу, как правильно называть. Не помню, что это триллиардов или триллионов. Ну, триллионов. 20 триллионов долларов. Собственно, официальные долги, естественно, они не могут сейчас расплатиться даже за проценты. Но кто-то спросит, куда же деньги-то деваются, да? Ну, допустим, сейчас можете сами погуглить официальная карта United States Military Bus in the World, то есть во всем мире, и тут видно, что просто утыкано базами, и снабжение одной базы это не только кормление, да, вот, ну, персонала, да, ну, деньги на, ну, на питание, да, и так далее, на снабжение, на лекарства, на как бы отопление помещений, там того, это еще и военная техника, снабжение военной техники, что очень-очень дорого, потому что один, скажем, танк, ну, я сейчас скажу, по-моему, вот русский танк, ну, огромные средства, я точно не помню, но точно выходит за миллион долларов стоимость одного танка, особенно его обслуживание, там огромные средства. Сюда и выходит, а как вы понимаете, в каждой этой базе не один танк и не 10, наверное, больше, ведь этот, ведь база. Вот, соответственно, вот туда идут деньги, собственно, для того, чтобы, в общем-то, контролировать мир. Вот, ну, отсюда и долг, и, соответственно, так как все-таки США производит меньше, чем потребляет, что официальный факт, потребляет 60% мировых ресурсов, а производит гораздо меньше, точно не помню, но, по-моему, не больше 12% или 20%, не больше 20% ВВП мирового. Вот. А потребляет 60%. Вот. Соответственно, вот и делайте вывод, что государство, ну, так уж сложилось, государство все-таки паразит. И вот, собственно, поэтому каждый раз они находят новое решение, просто увеличивают долг. Вот и все. И ссылочку, естественно, оставлю в описании на счетчик внешнего долга США и на базы США. Всего доброго, до свидания.